Глава Белгородской области посмотрел стендап Алексея Щербакова о школьной жизни сына и попросил департамент образования отменить задания на дом во всем регионе. По его словам, выполнять уроки дома – плохая привычка. Она травмирует и учеников, и родителей, которым приходится участвовать. Правда, нововведение не избавит от домашки полностью. Просто ее придется делать прямо в школе. В группах продленного дня и под присмотром учителей.